Всем привет. Все время 12:30. Я просто проснулся в 11 часов все. Поставил будильник на 9 часов. Встать, поесть и поехать на тренировку. Я не знаю, как произошло, но будильник я не услышал, и он был отключен. Походу, я во сне его вырубил. Но сегодня суббота, сегодня, ладно, вечером тренировки нету. Сейчас еду сразу на тренировку, поел. Оператор опять не в активе, буду сам себя снимать. Сейчас быстренько так кратко тренировку покажу и поеду читмил делать. Сделаю фильм сразу вместе с читмилом. Так что смотрите. Так, приехали. Пойдем тренироваться. На лысо пора побриться. Что-то мне не нравится, когда вот так вот отросли они. Обычно до этого доводится. И на лысо хлопц. Тогда голова дышит. А так волосы эти мне не нравятся. А что мы сегодня качаем? Качаем грудак и трицепс. Отдыхать буду мало, быстренько часик потренируюсь. Тренировка быстро пройдет. Так, начинаем жим наклонка гантеля 4 по 12. Разминайтесь хорошо перед тем, как большой вес брать. Я тут два подхода последних делаю с большим весом. Что, наклонку закончили? Сейчас будем на горизонтальном. Он грудак выпер чуть-чуть. Сразу как надувается. Так, 3 по 12 на горизонтальный. Свет падает. Но с другой стороны снимать. Так, ну что, последний третий подход. Погнали. Жимы закончили. Сейчас будем делать разводку на наклонке и на горизонтальной. Тому, кто не знает, наклонка идет наверх, люди. Когда вверх тащит, да? А горизонтальная она идет на среднюю. Она да, всю прокачивает. Больше наверх идет наклонка. Когда делаете, сделайте не чисто здесь бы выжать, а напрягайте сиську. Грудак, чтобы напрягался нормально. Руки расслабьте и тащите сиськи.
сиськи будут нормальные. Разводка 3 по 12. Наклонка и 3 по 12 горизонтально. Не свожу их, делаю где-то вот отсюда. Когда до конца сиська расслабляется, делайте под себя, подберите, чтобы она всегда в напряжении была. А то в этом месте она вяхлая становится. А так всегда в напряжении будет. Когда качаете, вы так думаете, как мышцы растягиваются, как они сжимаются, как кровь туда идет, не быстрее будет отдыхать. Все у нас в голове, всегда у вас, куда что поступает, кровь, куда напор дать. Где сильнее на плечи. Не просто тупо делаешь и думаешь там о чем-то. О том, что я съел сегодня или буду есть. Думайте мышцой. Когда грудаха будет нормально забиваться. Так, наклонку закончим. Сейчас будем на прямой делать, горизонтально. Так, в разводке главное не вес, а главное растянуть посильнее. Чем сильнее растянешь, тем больше крови пойдет. Тут главное памп крови напить побольше, чтобы мышцы потрескались чуть-чуть, чтобы народ сверху шел. Закончили грудь, значит, пойдем делать трицепс. Кому нравится, когда один снимаю, оставьте отзыв или лучше с кем-то, с оператором веселее по-любому. Тут может больше информации, когда один, никто не мешает. Одному тоже в кайф заниматься. Отдыхаешь меньше. Четыре по 12 в этом тренажере. Трицепс. Закончили. Сейчас будем гантели за голову двумя руками. 4 по 12. Погнали. Главное
надо делать полную амплитуду до конца туда, до конца вверх. Тогда растягивается, лучше кровь туда идет. Так, ну что, последний подход. Чуть подустал. Нормально, сегодня не такая сложная тренировка, суббота. Я вот уже тут мило, жрать хочу. Последнее упражнение и поехали. Будем думать, что есть план. Такая вот тренировка. Кому понравилось, подписывайтесь на канал, подписывайтесь все социальные сети. Кому нужна помощь какая-то, программу составить или питание, все ссылки внизу, прайс-лист тоже внизу. Подписывайтесь везде. Пойдем. Ну вот так вот и прошла тренировка. Кайфанул я, кайфую сейчас иду. О, что нехорошо, погода, во. Просто кайф. Все хорошо, все идет по плану. Сейчас еще предстоит читмил, так у меня вообще настрой. И мне написал оператор. Говорит, все, я отошел, висел вчера. У жены день рождения было. Говорит, заезжай, читмилить поедем. Наконец-то меня кто-то снимать будет, а не я сам. Лётаешь что-то. Здорово. Ну что, как-то? Сушняк. Сушняк. Топанул нормально? До пяти надо. Ну и скажи людям, как это, как чувствуешь? Херово! Лежать хочу. Как лучше, висеть или на спорте? Лучше на спорте. Лучше висеть на спорте? Да. А, я жрать хочу, погнали. Поехали, сейчас жрать будем. Что, снимаешь? Молодец, да. Let's go. Пищи, берем пищу с собой. Пойдем в Голливуд. Голливуд называется место. Не знаю, что там есть. Сейчас посмотрим меню. Но надо побольше запихать жрачки. Я голодный, я прикинь, я сегодня встал, будильника не слышал, в 11:30 встал. А, да? Да, поехал, меня интернет отключили. Заплатил. А я думаю, что я тебе сообщение пишу. Заплатить надо было, я заплатил, съездил, на тренировку сразу полетел. Я пожрал завтрак один, сейчас надо оторваться за 3 приема. Ну, народ сидит, жрет. Да, смотрят на нас. Кто это идет? Что это за звезда? Что за звезда идет? Один идет, снимай, да? Жора идет. Что ты, Буэнаш? Заказывает жрачку. И... сейчас покажу, что я взял. У нас сервиса... взял такую пиццу. 9:35. И пара пострис. Посмотрим, пострис. Большая, небольшая. Пострис здесь постит. Паре. Потом. Че, все заказали? Да. Переверни мне страницу на бургеры. Еще. Еще дальше. Вот этот бургер я взял. Эль. 285 грамм. 12,85 стоит. И взял еще десерты. Где? Вот большой американский молочный коктейль. Клубничный, короче, я взял. 4,85. А ты что, пивасика взял еще? Да, большой. Вот так, что, ждем?
Бодибилдеры, блядь. Ой, блядь, чуть не упал. Лобицухи подсдуваются сразу. Ну-ка, давай. Пей. То сигарета, то пиво, давай. Это читмил вчера был. Читмил сегодня. Залпом. Завтра нет. А у меня вот такой читмил. Виски с колой. Я за 6 лет первый раз здесь, ты видишь? Ну и... Ну хорош, хорош. Хорош. Так, что нам принесли? Бургер с яйцом, с беконом, с картошкой. Все как на рисунке. Это твое, да? Да. А вот мне пиццу должен принести сейчас. Авокадо. Вот моя порция. Я не знаю, чего больше. Вот. Красотища. Че, погнали жрать? Погнали. Или пиццу начать? Вот так вот было. Ну уже в конце не вкусно, конечно, но поначалу очень вкусно было. Я жду молочный коктейль. Где молочный коктейль, бля? Надо крикнуть кому-нибудь. Ну что? Все сожрали? Попробуй авокадо. Я не хочу говно. Все, да. Я авокадо не люблю. Не дали доесть, забрали. Рассказывай, как чувствуешь себя после пожрать, после пива? Поначалу хотелось очень сильно хавать, потом запихнул, сразу пропал аппетит, но я уже насильно себя запихивал, потому что знал, что это сила. Будет хреново целый день, если не запихну. Короче, меня тут в это,
я это снимаю. Шнобель снимать. Я со Шнобелем разговариваю вообще-то. А от пива отпустил вообще? Лучше стало? Да. Сушняк пропал. Мерси. С собой взяли. Взял. Я бы все сожрал. Зубочисток нет? Вот такая вот штука пришла. Подписчики, дорогие мои подписчики, ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь во все социальные сети. Я для вас стараюсь, снимаю для вас видео, показываю, как надо тренироваться, как я тренируюсь. Может, вам по-другому надо, но попробуйте, вам пойдет то же самое. Вот так вот надо жрать, как я сегодня жру. Один прием в неделю, если на диете сидишь. Могу расписать, кому интересно, кто хочет вот так вот раз в неделю жрать и не толстеть, а худеть, наоборот. Пишите, я вам все распишу, как надо делать, чтобы вот такую еду есть и худеть. А то все такую еду едят и толстеют, а я только худею. У меня вены толще, чем зубочки. Вкусно? Правда, силы надо. Смотри. Печенюшка есть для этого. О! Смотри. Печенюшка есть. Смотри. Как свинья. Скажи что-нибудь. Че, глаза зеркальные, да, вижу в камере. Расскажи что-нибудь, как. Не бухайте. И все, что ли? Что сказать? Как ты так накачался? Кто тренер твой? Жора. Жора. Расскажи что-нибудь про тренера. Жора сенсей. Сложно вообще это заняться с собой или нет? Да ни хрена не сложно. Чем? Говори больше. Ни хрена не сложно заняться собой. Первые две недели тяжело. Куда смотреть? Вот камера, вижу. Первые две недели тяжело начинать леньки, все время падать, идти. Но проходит две недели, потом уже как система, ты привыкаешь, чувствуешь себя хорошо. Не буду на ничего. Тут, правда, Жора все время ноет, пошли. Давай, до конца. Четко каждый день. В воскресенье, правда, отдыхаем. Мышцы восстанавливаем. Жжем. Пока он пиздел, бля, я все сожрал. Ой. Какой мат? Че ты матерись? Без мата же. Это сахара слишком много. Сахар поднялся, голова отключилась. Наелся? Да. Сопло.
Может, еще взять? Я наелся. Да? Хочешь напьёшь? Хрень. Мне кажется, вот это самое вкусное всего. Да? Вот это вкуснее гамбоса всего, блин. Самое вкусное. Все подписывайтесь. Всем пока. Вот такой вот чекнёк. Спасибо, что смотрите.